ПТУ при врач лаборант. Всю жизнь занималась в России травами, 7 лет где-то. Здесь я очень долго работала как врач-лаборант, охотник-этолог. У меня достаточно большой стаж в Израиле и в России. И в 2008 году у меня случилась авария, Тулуна-Драхим, которая заставила меня вернуться к тому, чем я должна была заниматься всю жизнь. Я очень благодарна даже самой стороны этой аварии, потому что сейчас я закончила колледж Киртан, получила докторскую степень в натуропатии, 3-ю степень, и занимаюсь непосредственно травами, натуропатией, гомеопатией, питанием и всем остальным. Владелица пока еще единственная работница в студии вышивки своего имени. По крайней мере, здесь, в Израиле, честно скажу, я не знаю вышивальщицы такого уровня, как я сама. То есть уровень у меня достаточно высокий, я справляюсь с работами, с которыми не справится в любой другой студии вышивки. Это то, что я делаю. Вот, чтобы продемонстрировать свой уровень, вот я приношу, показываю живых котов, собак. Клиника есть в Батьяме, и есть отделение в Яфо на базе теннисного центра Давида. Все виды массажа работают только руками, не используя предметы, потому что через предметы не передается энергетика, не передается ощущение, нет обратной связи с пациентом. Я занимаюсь маркетингом для малого и среднего бизнеса. Раскладываю ваш бизнес по полочкам, пытаюсь выкинуть весь мусор, который есть в вашей голове, потому что очень часто получается так, что многие считают, что нужно заниматься одним, на самом деле, с точки зрения бизнеса, заниматься надо другим. Объясняю, какую рекламу давать, где рекламу давать, как продвигать себя как личность. Я сторонник живого общения, поэтому завлекаю народ, по крайней мере местный, кто может приехать, познакомиться живьем. Агентство занимается всеми видами креативной рекламы, начиная от графического дизайна, фотосессии, видеосъемка. Если я могу взять с вами? Конечно.